Сразу после школы эти дети спешат к себе во двор на Молодежную 26. Им не терпится опробовать новую детскую площадку. Покрытие очень красивое, не как раньше было, там все отодрано. Качели вот новые поставили, очень хорошие. Спортивный комплекс большой, и тут очень хорошо играть в догонялки и хорошие горки. На этой игровой площадке обновили резиновое покрытие, установили малые архитектурные объекты – качели, городок, лавочки, урны, а также высадили молодые кустарники по периметру всей игровой зоны. Было собрание дома, где представительство этого дома, именно на собрании с жителями было инициировано, что одна из проблем – это вот эта старая детская площадка, а до другой детской площадки далеко относительно ходить. И поэтому уже была именно сформирована эта программа на этот год, для того, чтобы в этом дворе появилась детская площадка. Все взаимодействие жителей дома выстраивается через председателей совета дома. Всего в Химках в этом году обновили 25 детских площадок. Сейчас формируются адресные списки территорий для благоустройства на следующий год. Андрей Панченко, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.